Сегодня мы катаемся на двух снежных техниках по лесу. Что хочу сказать? Ну, во-первых, в сравнении, конечно, сравнивать их будет не совсем корректно. Это разная техника, разная мощность, разный класс. Но я постараюсь, не в обиду никому. Эта техника, конечно, по лесу выигрывает в маневрированности. То есть она может развернуться на достаточно маленьком радиусе. Этой технике радиус нужен больше, с одной стороны. С другой стороны, если выйти из нее, выйти из саней и уже как бы приложить больше сил, как бы сделать радиус, то, в принципе, она тоже достаточно маневренная, но затраты больше энергии, больше сил. Эта техника однозначно более мощная, более скоростная. Здесь я никаких споров нету. Что еще? У нас мы катались через бревна, вы можете сейчас видеть это в кадре. Снегокат преодолевает бревно из-за того, что у него лыжа, и он как бы лыжи поднимает всю технику вверх, преодолевает проще, буксировщику немножко сложнее. У него есть вот этот передний свес, этот бампер, с одной стороны он защищает технику и позволяет хватать за нее, да, то есть переносить. С другой стороны, она упирается в какие-то вот такие препятствия и мешает преодолеть эти препятствия. Тем не менее, все равно в большей части, если необходимо, можно подойти, поднять, дернуть. Он хоть и тяжелый, но не настолько, чтобы его можно было тяжело было поднять. В принципе, все поднимается даже таким не сильно сильным человеком, как я. В канун Нового года на этот снегокат у нас скидка, поэтому ссылка есть в описании, переходите, заказывайте. На этот технику у нас тоже есть ссылочка там же, поэтому кому интересно. Техника интересная, каждому свое. Это, мне кажется, для более энергичных и молодых людей. Это, мне кажется, для людей, которым нравится более спокойная, умеренная такая езда.